Это шарики, надутые из двухстороннего скотча. Двухсторонний скотч отрезаем, цепляем на трубочку. Покажи, дочь. И защипливаем края. Да, края, чтобы не было нигде дырок, чтобы получается вот такой вот, как сказать, чтобы вот только был такой вот промежуток, где есть воздух, там прям заметно, что. Убираешь скотч со второй стороны, это, да? Пленочка это, потому что она не растягивается. О, пошло надуваться. Это столько силы надо. А если он лопнет? Фух, это надо еще успеть. Ноготь прилип. Ну все, значит, он сейчас, наверное.